Контроль за долевым строительством жилья Владимир Жириновский предлагает возложить на банки. Их список должно утверждать государство. Банки же будут принимать взносы от дольщиков, и расчеты по строительству дома будут идти только с разрешения банка. И он видит, вот дольщик, и вот дом, и, допустим, оплата проектных документов. Он эти деньги выделяет, оплатили. Котлован оплатили. И так до самого верха отделочные работы под ключ. Таким образом, деньги будут сохранены. Его банк будет видеть, ему нужны выполненные работы. Без этого он деньги не отдаст. По мнению лидера ЛДПР, на сегодняшний день сфера ЖКХ все меньше и меньше отвечает ожиданиям граждан. Тарифы растут, а управляющие компании больше нацелены на получение прибыли, чем на улучшение обслуживания домов. ЛДПР считает, что в коммунальной сфере России нужно вернуть централизованное управление и тотальный контроль. Второе – избавиться от управляющих компаний. Они посредники, они сдувают цены, и граждане переплачивают постоянно. Прямые связи с энергетическими компаниями, вода, канализация, лифты, ну, все время напрямую связи должны быть. Идеальный вариант на будущее, значит, вот министерство наше, строительство и ЖКХ, они должны строить, они должны эксплуатировать, и они должны продавать и распределять жилье. По мнению Владимира Жириновского, только государственный контроль в сфере строительства позволит забыть о том, что такое обманутые дольщики. Люди будут уверены, что отдают свои деньги государственному банку и что точно получат ключи от квартиры. А государство в этом случае сможет обеспечить бесплатным жильем малообеспеченных граждан и сделать приемлемые цены на квартиры для людей среднего класса.